Я за полтора месяца заработал 120%. 59 тысяч за две недели. Это рэпер-трейдер. Деньги ко мне. Нормально тогда. Друзья, привет всем. Добро пожаловать в мотивационный влог. Сегодня, знаете, не будет никакой специальной темы. Сегодня будет душевное, мотивационное видео для вас. Я вам расскажу, что нового произошло в моей жизни, как изменилась моя жизнь. Ну, давайте начнем с того, что я женился. Да, я женился. Теперь я в новом статусе. Готовим для вас влог со свадьбы. Он обязательно выйдет в этом месяце. А пока смотрите короткое промо. Вот такой вот промо-ролик. Хотели, чтобы, знаете, это событие нам запомнилось на всю жизнь. Что вам еще рассказать? По поводу машины. Вы спрашивали по поводу машины. Все, смотрите, как новенькая. Вот так вот было. Нормально тогда. Короче, нужно это все исправлять. Исправляем. И вот так вот стало. Так, здесь меня обосрали. Ну, это все к деньгам. Все это, ребята, к деньгам. Смотрите, поменяли мне диск, поменяли две двери. Долго ждал запчасти, потому что шли с Италии, коронавирус этот. То есть я чинил тачку, получается, два месяца где-то. Два месяца, может, даже больше. Вот эта фигня, это не царапины, это потеки. Короче, ребята, страховка все покрыла. Если вам интересно, плачу я за страховку. У меня VIP-страховка $1300 в год. Ну, здесь ущерб был, ну, не знаю, на тысяч, может быть, 5, не знаю. Короче, страховка все покрыла, я доволен. Вот, ну что, погнали в тачку, жарко. Ох, здесь у меня кондерчик, здесь шикарно. Я вот люблю температуру, знаете, 21-22 градуса. Ну, это смотря какой, конечно, сезон. Какое время года, но вот моя комфортная температура 21-22 градуса, чтобы голова не перегревалась, можно так сказать. Короче, очень многое изменилось в моей жизни, но в душе я по-прежнему остаюсь тем же пацаном, не знаю, тем же ребенком, открытым, абсолютно открытым, знаете. У каждого есть там какие-то маски, и они в обществе нужны, потому что тебя сидят без масок, да, но вот эта вот открытость, она во многом, конечно, портила мою жизнь, да, но вот именно благодаря той открытости, благодаря той искренности я притягиваю в свою жизнь самых лучших людей, вот. Свою команду, я безумно благодарен своей команде, потому что без них я не стал тем, кем я стал, безумно благодарен своей жене, вот. Благодаря открытости вы притянете к себе самых лучших людей в свою жизнь. Самых лучших людей. Конечно же, вы много будете страдать из-за этого. Но знаете, в этом жизнь. В этом реально жизнь. Не в страданиях жизнь, а в тех эмоциях, которые ты получаешь от открытых, искренних людей. В этом сила, ребята. И я хочу оставаться таким же простым. Может быть, прямым, может быть, открытым. Да, пускай там многие пользуются, ну пофиг, знаете, я от этого получаю гораздо больше, я живу по-настоящему, вот. И хотел бы я вам показать сейчас промо с 16 или 17 года, не помню, посмотрите промо, посмотрите, кем я был,
И вот для вас мотивация. Мотивация, что все возможно, ребята, все возможно. Каждый может изменить свою жизнь. Если вы захотите, вы сможете изменить свою жизнь с нуля, с плинтуса. Неважно, в каком вы положении, в каком вы состоянии. Каждый из вас может изменить свою жизнь. Смотрите, каким я был. Это рэпер Трейдер. Нервничаю, расчесываю бороду. Все будет нормально. Выходные дни, они крутые, потому что они какие? Они выходные. Торгую днем, торгую ночью. Сижу в курточке, холодно мне очень. Бабосика себе на утро. Пойду куплю себе картошечки. Надо сделать принтскрин. Короче, ребятки, где он? Есть! 5 лет прошло, ребята. 5 лет прошло, но все-таки вот та трушность, та открытость, она во мне осталась, и я хочу ее сохранить. Вот, я, конечно же, замечаю, да, что она теряется. Ну, блин, конечно же, с возрастом. Но все равно вот тот огонь внутри я реально хочу сохранить. Еще хочу показать кольцо. Вот, на солнце, какое красивое. Корона. У любимой такое же. Просто я разрабатывал дизайн. Я очень долго парился, чтобы все было так красиво. Сам разрабатывал дизайн. И ювелир сделал все, конечно же, в лучшем виде. Вот такое кольцо. Почему на этой руке? Потому что я его снял и одел на эту руку, чтобы камеру в другую руку не брать. Вот. Чем я сейчас, ребята, занимаюсь? Какое мое сейчас основное направление? Сейчас поговорим о финансах. Это инвестиции. Сейчас я вот активно занимаюсь инвестициями. И вот сейчас это такое хайповое направление. Ну просто очень хайповое направление. Сейчас, наконец-то, у нас люди начинают этим интересоваться. Раньше, да? Что раньше? Раньше люди знали только... Инвестиции – это депозит в банке, все. Ну, там недвижимость кто-то покупал. Вот, это были все инвестиции. Сейчас эта тема к нам доходит. Вы знаете, да, что на Западе там это 50%. 50% населения в этом варится, а у нас 3-4%. Представляете, 3-4%. Вот, это еще одно перспективное направление. Я хочу развиваться в этом направлении. И в этом направлении можно заработать много денег. Так как были в свое время опционы, так как в свое время была крипта. Это хайповые направления. И вот я вам даю совет. Сейчас нужно в этих направлениях участвовать. Не упустите этот момент. По поводу инвестиций, это просто вот сейчас что-то нереальное. В кризис, да, сейчас случилось что-то нереальное. Смотрите на мое состояние. Вы можете проследить за моим состоянием вот в телеграм-канале. Смотрите, плюс 96 тысяч. За 2 недели заработал 59. Смотрите, плюс 96 тысяч. Плюс 101 тысяча. Плюс 124 тысячи. Плюс 127 тысяч. Плюс 159 тысяч. Это все, ребята, за 2 недели. 59 тысяч за 2 недели. Начал я инвестировать с августа. С августа 2019 года. Вот, 159 тысяч с того времени. И 59 тысяч за последние 2 недели. Рынок просто сошел с ума. Кто со мной еще год назад купил золото, сейчас просто, вот ребята в шоколаде, сейчас меня ребята благодарят. Кто купил золото, серебро, кто вложился в акции тогда еще на пике. И вот мартовскую коррекцию прошли, и сейчас акции вообще в космосе. Вот сейчас акции в космосе. Это, конечно же, ненормальная ситуация. Вот. Ну, такие заработки, да, за такой короткий промежуток, это, конечно же, не к добру, но это как раз-таки тот случай, когда я на инвестициях заработал больше, чем на ручном заработке. Ну, на полуручном, да, это YouTube, это продажа курса, это партнерская программа. Вот, инвестиции мне принесли больше денег, чем ручные виды заработка, и поэтому я инвестициям сейчас буду уделять много времени. Если вам интересно следить за моим состоянием или инвестировать так же, как и я, подписывайтесь ко мне в открытый телеграм-канал. Там вы сможете следить за моим состоянием. Там я буду рассказывать, куда я инвестирую. Буду рассказывать то, что делаю я. Вот я говорю, вот, ребята, я инвестирую туда. Вы должны делать выводы определенные с этого. Я просто вам показываю, как вот я распоряжаюсь своими деньгами. Как мне удается приумножить деньги. Сейчас очень хайповая тема, это IPO. Я выпущу отдельное прям видео про него, но оно будет, конечно же, в закрытом доступе. Я там полностью разберу все моменты. IPO сейчас, ну, вы видите, да, кто сейчас в этой теме варится, что
все сейчас просто посходили с ума с этим IPO, и сейчас просто золотое время. Просто золотое время для заработка. В 2020 году было 37 прибыльных IPO и 4 всего лишь убыточных. Представляете? Некоторые IPO давали плюс 600, плюс 400% за 3 месяца в долларах. Это реально сейчас как крипта в 2017 году. Вот нужно залетать, я считаю. Нужно сейчас быть в нужном месте. Сейчас нужное время. И нужно сейчас быть в нужном месте. И скоро, я думаю, уже такой возможности не будет. Уже начинают вставлять палки в колеса. Ну, потому что эта тема очень прибыльная. Она новая. Особенно для людей из СНГ. Она не новая. IPO это вообще не новая тема. Но вот для нас, для людей из СНГ, для жителей СНГ, это новая тема, потому что раньше у нас не было доступа к IPO. Вообще не было доступа. И сейчас появились брокеры, появились всякие конторы, которые предоставляют доступ. Вот. И сейчас нужно ловить момент. Я за полтора месяца заработал 120%. Я вложил 6 тысяч, получил 7. За полтора месяца. 120%, почти 120% за полтора месяца. Ну, где вы такое видели? И поэтому, я считаю, нужно ловить момент. Это я вам сейчас рассказываю, где я хочу заработать, да, больше всего денег. Вот здесь я хочу заработать больше всего денег. И мое внимание сконцентрировано вот на инвестициях в акции, на инвестициях в IPO, чтобы вы потом не говорили, почему ты нам не рассказываешь. Вот эта тема. Вот сейчас это мое основное направление. Никто не знает, что будет. Никто не знает, сколько с этого можно заработать. Вот есть возможность. Нужно, я считаю, хвататься за эту возможность. Так, что еще вам рассказать? У нас в семье пополнение. Вот такое вот чудо я подарил любимой. Зовут ее Мани. Деньги. Теперь в нашей семье денег будет еще больше. Мани, Мани, Мани. Деньги ко мне. Передай привет подписчикам. Деньги, деньги и ко мне. Все по нашей концепции. Буду притягивать деньги еще таким способом. Вот такой вот подарок я сделал любимой на свадьбу. Она очень мечтала о шпице, о девочке, о беленькой девочке. Вот. И я вам скажу, это не просто... Вот собака, да, это вообще для меня это новый опыт. Я пытаюсь у этой собачки, блин, учиться. Потому что для меня, для человека, который привык работать вот в тишине, закрыться себе, работать, сутками сидеть за компом, ну, это вообще новый опыт. Я к такому не привык. За собакой нужно ухаживать, играться с ней, убирать за ней. Вот, она там лает, понимаете, ну... Это для меня вообще новый опыт. Я хочу учиться у этой собаки, потому что учиться, вы знаете, можно у всех. И вот если правильно относиться к людям, к животным, да вообще к окружающему миру, можно столько извлекать пользы из этого. Вот. Это новый опыт. Это реально новый опыт. И благодаря собаке, я вам так скажу, наши отношения изменились даже. Вот. Как-то мы стали сплоченнее, более стали... такие семейные, да, вот раньше такого не было, я там себе работаю, любимая там себе отдельно работает, ну вот как-то так было, а сейчас мы как-то вместе начали больше проводить времени, и вот благодаря вот этому маленькому чуду, короче, ну, блин, столько можно плюсов, да, жизнь вообще на каждом углу вас учит, чтобы ваша жизнь была лучше, комфортнее, нету никаких проблем, нету никаких ошибок, только уроки, и только из этого нужно извлекать пользу. По-другому в этой жизни нельзя. И вот этот случай меня научил, что мне нужно почаще, реально почаще выходить со своей зоны комфорта, потому что я вот привык к себе, там, работаю в комфорте, в тишине. Нет, нужно выходить, нужно приобретать какой-то новый опыт. Если я буду всегда в своей зоне комфорта, я никакой новый опыт не приобрету, я ничему новому не научусь. И если... ошибок не существует, если каждая ситуация это хорошая ситуация, и ты со всего извлекаешь пользу, ты по-любому чему-то научишься, и да, мне не так комфортнее сейчас работать, как раньше, много дискомфорта, но я получил столько новых эмоций, чувств, столько новых знаний, что это перекрывает, это реально перекрывает, и ты растешь, и только так ты растешь.
Вот такая тема, друзья. Тоже возьмите себе на заметку. Ну что, на этом я с вами буду прощаться. Огромное спасибо вам за просмотр, за поддержку. Если понравилось видео, обязательно поставьте ему лайк. Если хотите инвестировать вместе со мной и следить за моим состоянием, переходите ко мне в телеграм-канал Instarding, первая ссылка в описании. Подписывайтесь на все мои полезные каналы: канал с новостями, мотивационный канал, канал по заработку. Там я буду появляться чаще, ссылки тоже в описании. И, конечно же, подписывайтесь на основной канал Instarding. Всем желаю любви, счастья, добра, позитива, удачи, успеха, везения, роста, изобилия, процветания, хорошего настроения, крутых эмоций. Блин, это моя философия, я буду предан ей всегда. Пока.